Итак, всем привет! На экранах у нас Cannon Fodder, культовая игра в жанре Action Strategy, разработанная компанией Sensible Software и издана компанией Virgin для Amiga в 1993 году. В игре 24 миссии, некоторые из них разделены на несколько фаз. Вы управляете отрядом солдат, вооруженных автоматами, гранатами и гранатометами. Основная цель — уничтожить всех противников, взорвать дома и технику, спасти заложников. Отряд можно разделить на несколько частей, распределив между ними гранаты и ракеты. Оставшиеся добровольцы будут уничтожать врагов самостоятельно, при этом оставаясь на месте. После каждой полной миссии будут подходить новые призывники, а ваши герои будут получать новые звания. В игре есть разнообразные климатические зоны, джунгли, заснеженные территории, пустыня и другие. На уровнях присутствуют растяжки, зыбучие пески, болота, дикие туземцы и разных видов ловушки. Также есть транспорт, который можно использовать, автомобили, танки, вертолеты, пушки. В общем, в игре есть все необходимое для веселого времяпровождения. Со временем игра становится довольно хардкорной, но тем не менее, очень сильно затягивает. Что ж, давайте начнем игру. Вот к нам прибегают призывники. Соответственно, для первой миссии выбирают пока только двоих. Поехали. Со временем будет больше человек, меньше. Где-то один, где-то два, где-то и четыре. И группа, в общем, дофига. Вот здесь нам говорят, что делать. Но в основном нам либо надо убить всех врагов, либо разрушить все здания. Фейс один, видите, это одна фаза в миссии, то есть бывает 4, 2, 6, ну по-разному, в общем. И 13 человек у нас осталось. Поехали. Первая миссия, в принципе, несложная. Нам нужно всего лишь убить 3 человек. Вот оно, все, выполнили, ура! А, кстати, вот, я все ждал, пока этот момент настанет, но не думал, что так рано. Вот чувак просто канает, я не знаю, мы умирали от этих звуков просто и специально его не добивали, потому что просто не могли остановиться от смеха. Очень-очень-очень прикольно сделано. Так, давай, добивайся. Есть. Миссия выполнила. Отлично, после каждой миссии нам дают награды. То есть повышают нас в звании. Таким вот образом. Кстати, игра была запрещена в Германии за проявляемую жесткость и проявление военных действий. Такие вот дела. Прибыли еще призывники, и у нас появился еще один солдат. Окей, вот первые, кстати, имена, видите, Джупс, Джулс, Стю. Есть еще четвертое имя, четвертый солдат, который будет RJ. Это, естественно, названы по имени разработчиков игры. Разработчики любят так вот. То на каких-то могилах свои имена писать, как, например, в Fallout'е втором. Либо... Еще не Хилумбра, есть такая игра, там тоже есть место, где указаны разработчики в Сталкере, даже, по-моему, есть где-то фотография, по-моему, на сжигателе мозгов, ну, в общем, такие вот пасхалки небольшие. Вот видите, Phase 1 of 2, соответственно, в этой миссии у нас будет две фазы, и давайте мы сразу пойдем. В воде у нас не стреляют, поэтому, если вы уже совсем залезли в воду, видите, когда они плывут. Поэтому надо быть осторожным. Так, гранат у нас пока нет. Ничего нет. Конечно бы хотелось управление с мышкой, но... Так, да, этого не было. Тихо-тихо. Так, я буду, знаете, использовать, наверное, квиксейвы, потому что, ну, не хочется одну миссию проходить по 25 раз. Тем более я еще говорю... Довольно-таки это отвлекает. Здесь же они все шустрые. На первых миссиях довольно-таки просто, но затем они начнут нормально так стрелять, потому что сейчас они еще себя так нормально ведут, спокойно. Значит, давайте покажу, что у нас тут еще есть. Нажимаем паузу. Видите, мы можем разделить отряды. То есть мы выбираем кого.
Нажимаю вот сюда, и у нас становится два отряда. Так, мужики, давайте как-то... Вот, видите, можно на три разделить. Только сейчас... Сейчас бы еще... Все-таки назад их как-то. Так, хорошо. Значит, нужно... Просто подойти к нашим чувачкам, на них нажать, видите, и окей. Они соединились. По поводу флага, то есть создаться. Есть еще одна такая фишка, что если запас рекрутов иссяк, и вам дали последний шанс для прохождения миссии, то нужно сдаться в плен, и вы попадете на следующий этап. То есть такой небольшой, тогда это, конечно, было круто, когда не было эмуляторов, и ты не мог пройти какую-то миссию, то можно было таким вот способом посмотреть, по крайней мере, на все этапы игры. Потому что, опять-таки, я говорю, игра очень сложная. Вот где-то реальный хардкор начинается где-то с уровня 10, наверное. То есть, с миссии. Видите, мы прошли одну фазу. Соответственно, в конце фазы нас не награждают. Нам дают награду в конце уже миссии. Так, давайте аккуратненько пройдемся. Главное, в воду не заходить, когда есть противники. Все, погнали. Видите, у нас пока нет ни гранат, ни гранатомета. Это мы уже будем брать по ходу игры. Будут специальные ящики нам попадаться. Поэтому, в общем, я думаю, мы увидим. Это обязательно. Так. Идем дальше, вниз. Опять-таки, мы можем сразу же посмотреть на карту, чтобы так приблизительно прикинуть, куда нам идти. Ну вот у нас, видите, в правом нижнем углу дом. Соответственно, дома нужно вышибать. Я сейчас покажу, как. Там будут обязательно у нас гранаты. Потому что с помощью оружия мы дома уничтожать не сможем. Поехали. Так, здесь надо аккуратно. Давайте я засейвлюсь все-таки, потому что... вон ящик, видите, вот он, под прицелом. То есть там гранаты, но если мы в него попадем, это все нафиг взлетит. Давайте я загружусь, не хочу я тратить наши солдаты. Видите, мы попали в ящик, взорвался дом. А в чем суть? Они с этого дома будут переть бесконечно, просто бесконечно. И нам нужно... Да, что ж такое, опять убили. И нам нужно с этих домов выбивать двери гранатами, тогда они перестают идти. Ну и это также входит в задачу миссии, то есть... Вот так вот. То есть пока мы не взорвем все дома и не убьем всех противников, миссию мы выполнить не сможем. Так, тут просто какой-то железный. Давай, чувак. Хорош придуриваться, все. А если с ним ничего не делать, он со временем как бы откинется, естественно. Просто неохота ждать, можно ему гранату закинуть. Да, вот так вот. Отлично. И мы выполнили миссию. Супер, сейчас будет еще одно награждение. Главным девизом этой игры был War has never been so much fun. Война еще никогда не была такой веселой. Вот такой вот еще один факт. Небольшой. И вот нам дают все больше и больше наград. Хорошо, продолжим. Вот у нас сразу же другой регион. Антарктика. Поехали. Тут уже, естественно, будет так немного посложнее. Но у нас есть сейвы, поэтому... Я просто хочу показать, какие звания бывают, то есть для того, чтобы не тратить. Потому что когда у нас убивают нашего солдата, у нас дают нам нового призывника. И, видите, а призывник, соответственно, абсолютно зеленый, и у него опять появляется одна галочка.
Окей, давайте идем. Насколько я помню, в самом низу у нас должны быть патроны. Вот, да, гранаты. Надо быстренько их взять. Соответственно, мы можем пульнуть в ящик, да, и сломаем этот дом, но так мы возьмем 4 гранаты, а так у нас ничего не будет. Салабоны другие. Так, ну вот здесь вот. Давай, давай, давай. А, ладно, пофиг, в принципе. 7 гранат должно хватить. Так, внизу у нас ничего нет. Ну, опять-таки, смотрим карту для того, чтобы сразу знать, куда нам идти. Нам нужны взорвать все дома. Видите, внизу у нас нет. Мы слева внизу взорвали, справа, и у нас еще 2 дома есть вверху. Хорошо. Идем наверх. Так, давайте засейвимся. А гранаты можно кидать наверх. То есть, соответственно, например, с гранатомета мы не сможем стрельнуть в дом отсюда, а гранату закинуть можно. В принципе, логично, но прикольно, что в этой игре это реализовано. Отлично. Выполнили мы фазу. По поводу самой студии, в 99 году компанию Sensible Software приобрела компания Codemasters. Вот нас опять повышают. Очень-очень круто. Поехали дальше. Когда у нас убивают, ну, наших чувачков, вот на этих холмах появляются кресты. Соответственно, в зависимости от звания, кресты разные. То есть, если у него самое первое звание там обычный крест, чем дальше он как-то меняется, становится больше, красивее. Так, что я нажал там? Не то. Хорошо, вот у нас есть в правом верхнем углу дом и в левом нижнем углу дом. Хорошо, пойдем. Пойдем сюда. Всякие утки тут летают, или не знаю, что это. Угу. Класс, дом есть, а гранат у нас нет. Ладно. Пойдем поищем. Так, вон там партизаны сидят. Ладно, мы до вас потом доберемся. Но опять-таки, как я и говорил, что для того, чтобы пройти миссию, надо убить всех. Поэтому если миссия не заканчивается, значит где-то один партизан сидит. Они могут где-то прятаться там в воде, в джунглях. Вот этот дом я, кстати, что-то на карте не заметил. Так, давайте сразу этих завалим. Так, фу ты, я уже думал. Ну и смотрите, не стойте напротив двери, а то она вылетает, и двери, и крыша, и могут завалить ваших солдатов. А, по-моему, от зависимости от звания, они дальше стреляют, по-моему, так. Фишка в этом. Ну и здесь вот довольно-таки сложный момент, потому что если нам сейчас кто-то выскочит, то мы даже не сможем в него стрельнуть. Так, назад, назад, назад. Давай быстрее, плыви. Плыви, чувак. Здесь можно взорвать. Так, идем вниз. Тут лучше не спешить, конечно, потому что лучше по чуть-чуть. Но с другой стороны, помните, говорю, что они с домов респанятся бесконечно, поэтому надо это все. С одной стороны не спешить, с другой стороны при возможности, конечно, побыстрее это все уничтожать.
Вон они, вот эти вообще куда-то из джунглей прямо выскочили. Ура! Закончили фазу. Поехали. Вторая. Бывает вот так вот сразу неожиданно. А здесь также довольно сложно, потому что, видите, нам нужно проплыть до воды. Но есть одна фишка. Сейчас мы ее попробуем. И давайте я сохранюсь, потому что у нас не так много бомб. Мы, может быть, докинем. С моста нет, видите, дверь осталась. Вот так вот. Отлично. Village People. Поехали. Так, это третья. И видите, у нас, кстати, мы начинаем вот с той же карты, по сути, только она сдвинулась вниз. Это как раз вот тот дом, который мы только что завалили. Так, вон внизу поселение у нас каких-то чучмеков. О, и у нас появился солдат Юбик. Это был наш любимый солдат. Давайте идем. Тут, кстати, уже, по-моему, и ловушки начнут сейчас появляться. Посмотрим. Много, на самом деле. Есть копья, которые вылазят просто с-под земли. Есть растяжки, зыбучие пески, в которых мы можем утонуть. И так далее. То есть... Очень круто. Так, ну с окопов не надо вылазить. Вот. Так, туземцы. Туземцы тоже есть. Кстати, они нехорошие, и они кидают копья, поэтому с ними также надо быть осторожным. Вот видите, например, вот в этой миссии, ну, наверное, много слишком, 5 человек, их можно разделить. Но я пока этого делать не буду. Так, давайте заберем, наверное, еще гранат. Главное не стрелять по ящикам, когда вы находитесь рядом с ними, это понятно, я думаю, но... Вот там есть еще... Аккуратно. Плыви, давай, плыви. Вот, видите, пески. Давайте я засейвлюсь, покажу вам. Оп, видите, утонул. Все утонули. Ну и, соответственно, конец миссии. Окей. Идем дальше. Так, что я не взорвал? Так, ну, по-моему, я все взорвал. Как раз вот именно сейчас тот случай, когда нам нужно вернуться назад и... просто добить всех остальных. Вот в таких песках, по-моему, нам ничего не будет. Но они все равно, видите, в нем как бы тонут. Или это болото вообще на данный момент. Сложно сказать, конечно. Но, скорее всего, конечно же, болото. Зыбучие пески где-то в пустыне. Так, хорошо. Где еще? Так, вот здесь мы были, нет. Есть. Ура. Ну пока все просто. Но это пока. Все, погнали. Так, опять-таки давайте я засейвлюсь на всякий случай. Хотя, я думаю, все равно, может быть, кого-то завалят. Покажу вам кресты. Вот, видите, вот такая штучка. Ее, конечно, очень сложно заметить, но это растяжка.
мы в нее попали. Если бы мы на нее наступили, то было бы хана. Так, хорошо. Куда нам идти? А, ну тут, в принципе, один дом. Но опять-таки, давайте мы пройдемся по карте. Ой, есть, одного шлепнули. Ладно, я не буду загружаться. Покажу вам. Ну, то есть со временем, естественно, они, видите, пока не сильно быстро появляются с домов. Потом они вообще будут просто толпами валить и... Есть, все, мы выполнили миссию. Дальше у нас будут танки, пушки, вертолеты, в общем, все, что хочешь. Это можно будет садиться, летать, ездить. На самом деле игра очень крутая, очень, я бы сказал, продуманная, сделана, в общем, с душой. А вот если у нас кто-то погибает, видите, нам говорят. Кстати, по поводу вот этих вот красных маков, что дикий мак, вот, вот то, что мы сейчас видели, является символом ветеранов Первой мировой войны и был использован в качестве логотипа игры. Королевский британский легион выступил против такого использования, заявляя, что покупатели могут посчитать, что игра связана с легионом. И издательство Virginia удалось изъять коробки с изображением мака до выхода еще игры, однако мак остался красоваться на заставке игры, из-за чего разработчикам пришлось добавить надпись: эта игра никак не связана с Королевским британским легионом. Вот мы его видим сейчас, и в самом начале игры он также есть. А в 2011 году, кстати, вышла третья часть уже на PC. Я в нее немного поиграл. Могу сказать, что довольно-таки прикольно. Серьезно. Попробуйте, если вам нравится эта игра, то обязательно попробуйте Cannon Fodder 3. Также была выпущена вторая часть игры для Amiga. И всего на Amiga вышло 5 частей игры. Cannon Fodder, Cannon Fodder 2, Cannon Fodder 2... Alien Levels, Cannon Fodder 2 Not Very Festive и Cannon Fodder Plus. А мы продолжаем. Видите, у нас появилось, это скорее даже уже не крест на надгробие, поскольку кресты также есть. У нас погиб наш Джубс. 118 он человек завалил. И мы идем дальше. Ну и, как я говорил, в игре 24 миссии присутствуют, но пароль последний по какой-то причине нерабочий, и придется проходить с 23-й. Я не знаю, почему так. Возможно, таким способом разработчики хотели добавить хардкорности. Возможно, это какой-то просто баг. Фиг поймешь. Ладно, идем. Ну, после каждого уровня нам дают пароль. Естественно. Так, ну давайте посмотрим. Да что ж такое? Посмотрим, что у нас тут есть. Ну такая маленькая карта, видите, горизонтальная. Хорошо. Идем дальше. Так, есть у нас 6 гранат. Хорошо. А, вода, видите? У нас застрял один солдат. Вот там, где она более-менее светлее белого цвета, там можно стрелять. На глубинах нельзя. На синий. Да давайте выходить уже с этой воды. Вы чё? Так, аккуратно. А, вот эта бочка, это... Аккуратно, сейчас надо ее не сбить. Бочка — это базука. Мы обязательно ее сейчас возьмем. И мы можем переключаться вот между гранатами и базукой. Соответственно,
ну, вояки тут тоже есть разные. Есть просто, которые стреляют, а есть, которые у нас с гранатометами сидят в кустах, и это не очень прикольно. Сейчас мы сможем вот пульнуть. Попробуй. Блин. Так, не поменял оружие, стоп. Вот, мы с базуки шлепнули. Окей, давайте этот дом также взорвем. Супер. Так, еще кто-то остался, значит, да? Угу. А, есть предмет окружения, можно взорвать. Например, вот снеговика. Мелочи, приятно. Там еще кусты есть всякие, в общем. Тоже можно все взрывать. В общем, классно. Вот, кстати, гранатометчик под люка. Вон еще один. И еще один, и еще один. Блин, 4 штуки, вы че? Да беги, беги. Фу. Еще одно нас шлепнули, ну, ну и ладно. Пробный забег. Хотя представьте, как было раньше. То есть, когда ты код набираешь, то ты начинаешь с первой фазы. То есть, и когда не было этих эмуляторов, естественно, это было все непросто пройти. Тратилось очень много солдат. И довольно было такие сложно вот этих первых удержать вообще, чтоб... Мне миссии 10, по-моему, удавалось так пройти без сохранений. Из 24. Дальше просто начинается такая жопа. Поехали. Эти гранатометчики, потом машины там начинают. В общем, жесть. Нам еще одного сняли. Юбика нашего убили. Блин, да вы еще и офигели, что ли? Не, давайте я... Ох, как я удачно сохранился, то... Видите, надо аккуратно. Хотя уже тут начинается немного напряг. Так, опять убили. Что такое? Да ёлки-палки. Надо сохраниться сразу. Сейчас дом этот вынесем. Идем дальше. Так, аккуратно. О, есть, класс, умер. Все равно завалили, ну. Ладно, Юбик. А, так, кстати, наш. Давайте добьем. Чтобы не мучился товарищ. Так, надо опять-таки сохранить. Здесь этих гранатометчиков будет просто вагоны. И здесь опять-таки нам нужно будет много походить по воде. И не всегда мы сможем их забить. Кстати, видите, как они прикольно катаются. Подскальзываются на снегу. Блин, они падают. Так, есть. Хорошо, давайте опять сейванемся. Ну, то есть представьте, как это было сложно без сейвов играть. Посмотрим, что у нас там. Там у нас еще один гранатометчик. Понятно. И он жирный, видите, они вообще стреляют просто без остановки. Это добавляет еще больше хардкорности. Так, давайте мы, не знаю, наверх лучше пойдем. Опять вояки. Нет, 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 нет. Давайте мы пойдем наверх. Там у нас есть относительно спокойная переправа вот в этой точке. Все, камон, подходи, подходи. Идем вниз. А, тут еще один дом. Блин, как я его пропустил-то?
вообще в самом начале. Так, у нас две гранаты только осталось. Не прикольно. Видите, опять-таки надо изучать, потому что... Блин, еще одного шлепнули. Каким чудом-то? Ладно, я не буду тогда загружаться уже. Потому что гранаты... О, гранаты, говорю, гранатомет. Он нам сильно поможет против вот этих вот чуваков. Патронами... Так мы его достать с автомата не сможем, а пульнуть у него... Ну, вот этого, ну, например. Вот так вот. Сейчас мы того поищем, который там. В принципе, можно сохраниться здесь. И сейчас попробуем поискать тот, который у нас пулял. А, ну тут нам, короче, край, наверное. Сложно, сложно. Так, ну нам надо опять теперь обходить, наверное. Так, откуда ты вылез, мужик? Где-то окоп, по-моему, был. Видите, в некоторых миссиях лучше разделять, конечно, компанию, поскольку... Ну, если у вас 5 человек, то это довольно-таки сложно, чтобы в кого-то не попали, а одним намного проще. Так, давай, иди сюда. Вот где-то там он стрелял по нам. Или нет? Или мы его уже шлепнули? Окей, хорошо. Ну, теперь вот нам надо найти последнего бойца, который где-то там, наверное, подвис. Давайте пойдем направо. Так, что-то пока никого не вижу. Так, ну сверху мы пришли. Прячутся гады где-то. Так, ну здесь тоже никого нет. Ну что за дела? Вы где? Ну вплоть до того, что он может просто где-то в воде сидеть, а я его даже не вижу. У него синий камуфляж. Так, ну я не понимаю, я уже вроде уже все обходил. Так, а что нам карта говорит? Ну, вроде уже везде был. Ладно. Еще один кружочек. Так, надо внимательно на воду смотреть. Чувак, давай. А, вот он. Ёлки-палки. Но опять-таки, для чего сдаваться? Видите, это хорошо, что у меня осталась одна граната. А, хотя мы его с автомата достали. Ну, бывают такие моменты, когда закончились ракеты или гранаты, вы не смогли взять, и, соответственно, вы не сможете уничтожить дом. Тогда как бы смысла играть дальше, ну, просто нет, и...
Так, будем все сохраняться, загружаться. У нас остался один Джулс, наш самый первый солдат с самого начала. И давайте его постараемся сохранить. Так, зачем вы туда пошли? Бомбу хотел кинуть. Ой, гранату. Так, дом один вынесли. Отлично. Опять по нам стреляют с гранатомета. И опять у нас остался только один солдат. Да вы задрали уже, чуваки, хватит, хватит. Ну, соответственно, АИ тут тоже такой хитрый, странный. Вот. Гранатометчик может сразу стрелять, а может и тупить. Поэтому тут относительно как повезет. Ну, желательно все равно знать, где они сидят, конечно. Поэтому мы еще раз сохранимся и пойдем сейчас в нагляк. Так, кого-то мы там подстрелили. Еще один. Ясно. Так, машина у нас тут есть. Вот с машинами, кстати, с одной стороны хорошо, что они есть, но с другой стороны с ними, ну, очень сложно управлять. Можно вот так вот делать. Так, все, по-моему, там отмучился один. Так, понятно. И там сидят уже. Видите, трамплин. Мы можем перепрыгнуть с помощью машины. В принципе, можем и так поплыть. Но давайте я уже тогда покажу. Все у меня, конечно, сейчас получится, потому что это также непросто. Давайте, заходите. Поехали. Ну, так вот происходит управление и танком, по сути, тоже. Все заходят. Выходим, выходим. Я вот не помню, кстати, нужна нам эта машина или нет, потому что есть миссия, где без машины мы пройти не сможем. Надеюсь, что это не та миссия. А, ну видите, не всегда, почему-то, видите, в данной миссии нам не обязательно всех убивать. Хотя у нас завалили нашего главного, блин. Нашего первого. Стю. Много, в общем, потеряли. Видите, разные надгробия такие, прикольно. Хорошо, идем дальше. Это у нас какие-то каменистая такая местность. Гранд Каньон. У нас тут есть две фазы. Ну здесь вот, хотя нет, уже, наверное, здесь начинается жестяк, серьезно. Здесь они уже такие поактивней. Сейчас посмотрим, короче, что у нас с того все получится. Ковбой, я не знаю. А вот мосты, опять-таки, тоже, видите, в них есть дырки, и мы можем туда свалиться. Поэтому также надо аккуратно. Идем. И там вот гранатометчик сидит. Так, хорошо. Убили, но дверь не вынесли. Тихо, тихо, тихо. Бляха, муха. Завалили наши припасы. Ладно, так, он там еще есть. Просто жесть, короче. Блин, зачем ты гранату кидаешь? Чучмек ты. Бляха-муха. Вот видите, о чем я говорил. Взял и сам стрельнул в эту штуку.
Так, но опять-таки спешить нельзя. Вот я спешу, видите, нам гранату уже тоже кидают. Забор мы пройти не сможем, но мы сможем его взорвать. И тогда сможем пройти. Нам нужно тут замочить этого гранатометчика. Так, давайте заберем патроны. Бери, 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 бери. Да, твою. Есть, еще одного замочили. Ёлки-палки. Куда вы там лезете? Да что такое? Офигеть. Так, давайте, наверное, мы все-таки... Надо дом этот вынести, а то он нам спокоя не даст. Пойдем мы сюда, подальше. Так, все. Окей, дома. Ну, нам эти припасы, по большому-то счету, можно и не брать. Сразу двоих нам сняли. Отлично. Все, прошли. Фу. Вот здесь уже начинается такой хардкор небольшой. Так, опять сохраняемся. И тусуем. Так, назад. Давайте мы тут взорвем. Ну, давайте, проходите, чё вы. Класс. И куда мы придем? Ну, гранатометчики, которые сидят на крыше, это, конечно... Да ну... Что ты делаешь, мужик? Вылетела дверь, надеюсь. Так, мы не взорвали ворота. Че, взорвали? Ладно, пофиг. У нас тут еще один ящик. Давайте мы еще раз засейвимся и пойдем сюда. Тут, по-моему, где-то должен быть какой-то вертолет или еще какая-то беда. Не помню. Так, там был гранатомет, но я, пожалуй, за ним не пойду. Не хочу. Так, здесь есть дом. Так, это тоже туземцы. Ну я фиг его знает, хорошие они, нехорошие. Поэтому лучше их всех, короче, штормить. А то будет не очень прикольно, если он нас замочит. Так, или здесь нет вертолета? Так, где, где? Кто там мучается? Так, хорошо, карта. Что ты нам скажешь? Так, мы пошли вниз, да? У нас еще вон сверху, по-моему, есть дом. Давайте туда и пойдем. Угу. Офигеть. Вот так вот. Молодец. Я, короче, сам себя сейчас вынес с гранатомета. О!
Прошли миссию. Так, понятно. Опять-таки. Там еще подбегает, подбегает. Видите, у нас написано 284 это у нас есть, и 9 у нас погибло. Давайте еще пройдем пару миссий. Посмотрим, что у нас. Так, у нас тут опять-таки три фазы. Ой, блин, я помню эту даже миссию. Это надо вверх пробираться. Да. Просто жестяк. И опять везде гранатометчиков вагонами. Все, идем дальше. Идем. Еще один гранатометчик. Твою за ногу. Есть. Один остался у нас. Отлично. А нет, я попал вроде только что с гранатомета в дом. Я просто думал, снизу нельзя стрелять вверх, оказывается, можно или что. Понятно. Сложно, короче, очень сложно. Ну, особенно еще классно, если тебя дверь убивает, то это вообще просто песня. Когда вроде все, класс, уже так прошел, всех убил, и тут взрываешь последний дом, и тебя дверью шлеп. Так, давайте мы сюда посмотрим. Еще один. Да вы задолбали уже. С гранатометчиками это просто не смешно. Вон еще один сидит, ну вот что ты ему сделаешь. Давай, давай, давай. Фу. Я еще раз хочу повторить, просто подумайте, насколько это было сложно без сейвов играть. Одним махом вот это вот все пройти, это просто жесть. Ну, естественно, чем дальше, тем сложнее. Давай, беги. Так, ну и здесь нам надо залезть вот сюда. При этом еще и не сдохнуть. Отлично. Ну, естественно, мы сдохли. Ладно, давайте переключимся на гранатомет и замочим того хитрожопого. Где он там? Сохранимся. Ящик. Ящик это хорошо. Еще раз сохранимся. Так, где у нас последний? А, тут все уже, да? Соответственно, опять-таки, кто-то, наверное, внизу там вылазил с тех ям, и там же и остался, поэтому нам надо идти вниз. Но мы основные дома вынесли, поэтому, видите, это можно со скал спрыгивать. Ну, только с невысоких. Сейчас пойдем искать, кто там еще. Остался в живых, наверное, где-то в самом низу. А, вот вы где. Пловцы. Ну, игра, она очень сильно затягивает с одной стороны, а с другой стороны она также очень сильно утомляет, потому что здесь сосредоточенность должна быть просто на максимуме. И, как видите, нервы она потрепать может тоже. Ой-ой-ой. Phase complete. Oh yeah. Так, с тремя солдатами вы должны убить всех врагов и уничтожить вражеские здания. О, блин, вот это я точно помню. Вот эту миссию, вот первый раз, когда у меня был картридж, я купил эту игру. И вот до этой миссии я доходил.
и практически на ней я сливал всех солдатов. Абсолютно. Очень она сложная. А я ее прошел, кстати, вот, ну, на Сеге еще. Но я играл в нее с утра до ночи просто уже. Я знал, где кто прячется, где кто сидит, кто когда стреляет. И... То есть очень много времени провел, пока... Сложные миссии, на самом деле, очень сложные. Так, давайте мы этих чучмеков будем все-таки мочить. Хотя, по-моему, они тоже считаются врагами. Хотя фиг его знает, не уверен. По-моему, эти юрты тоже надо уничтожать. Так, аккуратно. Смотрим. Сейчас давайте покажу, че он умер. Че он умер? Я хотел показать. Бляха. Хотел показать, как он у нас стреляет. Или вообще он у нас стрелян. Тут, по-моему, еще и машина где-то в центре ездит, карты. А, стоп, хотя, может, это не эта миссия. Так, пардон. Пардон. А, нет. Сори. Это я перепутал. Это я не до этой миссии доходил. Дальше немного. Там будет просто точно такая же вот в середине остров круглый. Но там еще будет машина, которая нас будет постоянно харить, давить. И будут еще пушки установлены. Это, короче, жесть. Это, по-моему, 10-я миссия. Не знали, мы до нее дойдем. Посмотрим. А, тут тюлени даже есть. Видите, живность. Тут есть овцы, тюлени. Можно тюленя завалить. Не очень мне нравится то, что они с ям вылазят. Вот особенно так внезапно. Погнали. Не знаю, давайте свалимся, посмотрим, что у нас там. Ты что творишь? Гранату швыранул. Да, зря мы сюда шли, окей. Не попал. Да давай стреляй, ну что ты? Я ж нажал стрелять. Блин, я запутался в управлении уже. В забор. Зачем в забор ты стрельнул? Фу ты. Пошли дальше. Есть. Так, давайте этих тут поубиваем. Там вроде дом, наверное, есть сверху. Прут как-то. Вон еще один. Ты зачем стрельнул сейчас гранатомета, чувак? Офигеть. Я даже не понял, как меня сейчас замочили. Серьезно. Вот они копьями кидаются. По-моему, меня сейчас как раз туземец и вальнул. Мне так кажется. Да что такое? Ну вот это надо было начинать бы сейчас. Фазу сначала, естественно, но... Если бы солдаты закончились, то пришлось бы вообще все сначала начинать. Так, окей. О, да, видите, это нас туземец замочил.
блин. Так, сейчас, одну секунду. Да мы пройдем эту миссию в конце-то концов. Откуда они все лезут? Фу. Даже с сейвами вот возникают проблемы довольно-таки серьезные. Ну вот здесь, видите, уже написано, что с 4 солдатами мы должны уничтожить все вражеские здания и защитить этих самых... как они там называются? То, блин, слово вылетело с головы, да что ж такое? Так, я сохранился. Мирных жителей, короче. Вот прикольно так, да, идешь себе, а на тебя такой чувак с гранатометом стоит, смотрит. Сидит, точнее. Так, опять-таки, вот видите, у нас есть машина, и здесь трамплин. Нам нужно перепрыгнуть на ту сторону. И, естественно, без машины мы этого сделать не сможем. Поэтому вот так вот мы расправляемся с нашими врагами. А если мы с трамплина запрыгнем на деревья, то машина взорвется. Поэтому также надо быть аккуратным. Но вообще на транспорте я не люблю ездить. Ну, на машинах, потому что когда у тебя танк есть, то это понятно. На танке еще, ну, хоть как-то можно воевать, на машине нифига ты не сделаешь. Давить можно, конечно, но тоже не так просто. Блин, давай назад. Ну, разворачивайся. Так, давайте сейванемся и... Вот, о, давай, дави, дави. Фу. Все, вылазь, вылазь с этого трактора. Хорошо, сейвимся. Вот это нам повезло сейчас. Есть еще один трамплин, но он, по сути, погоды никакой, как видите, не делает. Так, вот это я, короче... Вот это я, короче, молодец. Я просто что-то тупил и не переключился просто на гранатомет, поэтому... Я не знаю, правда, как я сейчас с одним пройду. Так, ну опять-таки, вот эти вот чучмеки, это цивилиан или не цивилиан? Хотя нет, куда? Они копьями кидаются. Убегай, убегай. И оттуда выходят эти солдаты. Фу. Ладно. Сейчас будем аккуратней. Офигеть. Офигеть. Вот это, наверное, как раз тот случай, когда надо все-таки поделить отряд. Так, закончились патроны, бежим назад. Ну куда ты бежишь? Вверх. И еще раз поделим. Тут пополам делятся патроны, поэтому... Засейвимся, сейчас шлепнем этого чувака. Все, отлично. Давайте теперь вместе замочим этих гадов.
Попробуем здесь пройти, посмотрим, получится у нас или нет. А, конечно же, у нас нифига не получится. Нас осталось двое. Ладно, вдвоем все равно легче. Видите, вот сейчас он втупил, в принципе, гранатометчик и не особо стрелял. А иногда валит просто как бешеный. Нам гранату кинули. Ну вот, собственно, видите, здесь все работает. Здесь туземцев убивать нельзя. Хотя непонятно, что с их хатой делать. Блин, да как его не убивать? Он сам просто лезет, ну. Блин, жестяк, я просто не успеваю их отстреливать. Как не вылетела дверь? Что происходит? Фу. Видите, все-таки не во всех миссиях надо уничтожать солдат. А в некоторых можно только дома. Ну, нужно. Я даже... Не знаю, сейчас посмотрим, какая будет следующая миссия. Возможно, я постараюсь пройти, может нет, потому что я уже немного устал, серьезно. Это игра интересная, но очень напрягает в плане каком-то эмоциональном, что ли. Так, чего у нас тут есть? Ой-ой, вот это... Ладно, давайте я попробую, конечно. Но там просто жесть. Жесть. Вот такое вот у нас начинается сразу. Вот и все. Они здесь просто бешеные. Уже одного убили. Ёлки-палки, я же стрелял. Они просто бешеные. Вот там вот будет дом. О, видите, на копье напоролся, кстати. Ловушка была там. Блин, ладно, давайте добьем, то чтобы не мучился. Ну тут, к сожалению, лечить их нельзя, поэтому приходится вот так вот. Не знаю, сейвиться не буду, а то, что мне кажется, одним пройти будет довольно-таки сложно. Так, я попал в дом или нет? Нет, не попал. Нет. Я думаю, можно засейвиться, в принципе, потому что довольно-таки... Шансы есть. Так, да кто там мучается? Твою мать, опять на копье попал. Да что ж такое? Его главное, я даже не вижу, где оно. Все, прошли? Нет? Ну, это был самый сложный момент. Так, а кто еще где остался? Сейчас посмотрим, может, внизу карта кто-то. Нет, здесь тоже ничего нет. Ладно, идем. Так, карта. Что ты нам скажешь, карта? Да, походу, все. Ну, давайте еще раз обойдем тут периметр. Возможно, кто-то где-то там в джунглях застрял.
Главное не нарваться сейчас опять на копье какое-нибудь. Ну, вот пальму, по-моему, тоже можно взорвать. Угу. И она точно так же может вам упасть на голову. Непонятно, почему она взрывается после падения. Но это уже такое мелочи. А, вот ты где. Фу. После каждой миссии аж вздыхаешь. Хочется пойти, не знаю, покурить, что ли. Или просто отдохнуть, чаю попить, ну... Так, я не понял, что я сделал. А, что я сейчас сделал? Я загрузился или я как-то сначала начал? Нифига не понял. Почему сначала? Так, ладно, давайте. Хорошо, хоть сейф есть. Я не знаю, что я сейчас нажал. Почему сначала? Я случайно загрузил игру или я нажал какую-то не ту кнопку? Какая-то ерунда. Вы что, шутите так начинать? Кто так начинает? Так, здесь вот, кстати, бронированные дома, видите. Мы их не сможем взорвать нашими гранатами. Здесь должна быть, по-моему, пушка. Сейчас мы сохранимся, попробуем. И с помощью пушки мы должны это все разбомбить. Сейчас попробуем. Вот она, быстро, быстро. Быстро в пушку! Да. Вот так вот, закончилась жизнь наших солдатов. Надо сначала всех гранатометчиков замочить. По крайней мере, ближайших. Да выйди ты с воды уже. Давай, давай, давай. Стреляй, стреляй. Блин, я просто не знаю, куда стрелять. Садись. Так, вроде все. У нас страшнее всего это... гранатометчики. Эти дурики нам ничего не сделают. Да ёшкин ты кот. Кто стрельнул? Серьезно, я даже не заметил, кто стрельнул. Блин. Давай, давай. Просто нервы на исходе уже. Кто в меня сейчас стрельнул? Вроде всех поубивал. Давай, давай, заскакивай. Так, все. Да, елки-палки. Че он сейчас только просыпается? А, вон он сидит там, гад. Ладно, давайте его тоже снимем. То это все. Так, ну вроде все уже, да? Я надеюсь. Так, чувак, ты чё подвис там? Двое зависли. Ну и ладно, хрен с ними, в принципе. Мы сейчас можем зато нормально пострелять.
Они могут, по-моему, гранату кинуть еще, но я надеюсь, что они этого не сделают. Так, хорошо. Ну и здесь мы просто стреляем так вот им за спины. Фу, надеюсь, что все. И так оно и есть. 3 из 4. Так, это третья. Ладно, давайте идем дальше. Хорошо, мы еще раз засеемся. Я думаю, мы уже эту миссию пройдем. И хватит с меня мучений. Да чтоб тебя, блин, ё-моё. Копьем опять забили одного чувака. Мы потеряли солдата. Уже на самом начале вроде безобидно, где нет никакой стрельбы, но... Ведь игра это просто настолько жестокая. Вот еще одного потеряли. Ё-моё. Стоп, стоп, стоп. Что это? Как яйцо или динозавра. Что это? Я не знаю. Растяжки тут еще всякие могут быть, поэтому... Короче, я в шоке. Не знаю, идемте сюда. Так, здесь тупик. Карта. Давайте посмотрим на карту. Ого, это нам надо все обходить. Короче, ясно, идем. Ладно, все равно сохранимся. 2 солдата есть. Уже хорошо. Если мы вообще дойдем до того дома, потому что... Вот растяжка. Сложно за... Ну как ты умер? Ну чувак, ну зачем? Ё-моё. Ладно, один. Один в поле, тоже воин. Попробуем поиграть в Рэмбо, что ли. Что-то не уверен, что у меня получится, но ладно. Патронов хватает, всего хватает. Эти гранатометчики, ну просто аж сил нет. Понятно. Так, надо сейвануться, а то я как-то засейвился прямо на... Блин, сейчас он ныть там будет еще. Так, ну здесь вот, видите, сложно эти домики взрывать, потому что они длинные, зараза. И надо попасть именно сюда. Так, окей, хорошо. Я прям здесь сохранюсь. Вроде выглядит безопасно. Да блин. Так, есть вроде, да? Хорошо, давайте сохранимся тут, и у нас там еще один, по-моему, гранатометчик остался. Я надеюсь, что один. Окей, эти домики... Фу, прошли. Последняя фаза этой миссии. Так, давайте сразу на карту опять посмотрим. Каждый раз смотреть, потому что... Ой, опять эти металлические бронированные дома. Хорошо. Там будет, наверное, опять какая-то ерунда, или пушка, или гранатомет. А здесь какие-то есть ракеты, по-моему, такие крутые. Я не помню вот как, но точно знаю, что мы брали... Твою мать, твою мать. Беги, беги, беги. Застряли в джунглях.
Я вообще-то думал, это наш джип. А есть какие-то ракеты, что берешь и с гранатомета можно валить эти здания серьезно? Так, кто уже канает там? Что случилось? Да что? Ну это вообще не весело. Это хитрожопый джип. Взорвали. Хорошо, давайте сохранимся. Зал нас тупо подавил, короче. Жесть. Блин, ну как меня уже тошнит от этих гранатометчиков. Это просто что-то нереальное. Как с ними бороться? Вот отсюда падать нельзя, например. Потому что если мы отсюда свалимся, то будет жопа. Так, еще один грузовик. Ну вот это, по-моему, уже наш. Только надо тут аккуратно этот дом взорвать. Ну вы поняли, да? Крыша его убила. Ну конечно, конечно. Как еще могло тут все сложиться? Ладно, сохранимся. Опять будем играть в Рэмбо. Нам этот джип нужен как раз, по-моему, для того, чтобы отсюда спрыгнуть. Так, давай. Тут есть вода, видите? И насколько я знаю, насколько я помню, если мы упадем, да, то нам настанет жопа. Но если мы туда спрыгнем на машине, естественно, машина будет тонуть, и нам надо будет оттуда быстренько выпрыгнуть. Как-то так. Ну, естественно, было бы неплохо для начала убить этого козла. И, естественно, я не выбрал гранатомет. Хотя нет, вроде выбрал. Да что тебя проснулся? Да бляха. Вот бывают и такие моменты, видите. Сейчас пересохранюсь. Так, я попал хоть в него или нет? Да. Отлично. Вот у них вот они или тупят дико жестко, или вот такой вот фигню страдают, что не подойти, не подъехать. Давай, машина. Вылазь, ну вылазь. Ты в жопу. Блин, не попал. Хорошо, я сохраняюсь на свой страх и риск. Потому что сейчас опять я чувствую, что меня с гранатомета пальнут. Поехали. Так, у нас осталось 3 ракетных выстрела. Отлично. Вот гранаты я зря выбросил. Там сидит один парень, которому не понравится, что мы сядем в пушку. Давай, давай, давай. Пожалуйста. Я надеюсь, мы всех гранатометчиков убили. Вроде да. Все? Нет, не все. Я сохранюсь. Кто-то стреляет еще. А, ну там же ж еще. Целый дом. Ёлки-палки. Фу, аллилуйя. Ну, я думаю, мы на этом закончим. В принципе, я думаю, смысл игры понятен. Я надеюсь, что за этот час много интересного показал, рассказал. Если вам нравится, попробуйте обязательно. Также попробуйте
Третий Cannon Fodder, который для PC, тоже довольно-таки неплохой, интересный. Ну, естественно, графика получше. Да и геймплей там также изменен. В общем, мне понравилось. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Смоук, рубрика Sega Old School. До свидания.